Начинка для взрывчатки в одной из квартир от ИРАУ. Как удалось выйти на опасного преступника? Иди назад! И что толкнуло мужчину на злодеяние? Выяснили его все круг связи, с кем он общается, куда он ходит. Как гром среди ясного неба. Он шел по своим делам и вдруг оказался на земле. Лицом вниз, полностью обездвижен. Со всех сторон окружили сотрудники спецподразделений. Сопротивляться бесполезно. Я не сопротивляюсь, я пустой вообще. Неужели сотрудники полиции допустили ошибку, и долгая кропотливая работа была напрасной? А может, преступник блефует? Управление по противодействию экстремизму Атырауской области поступила оперативная информация о том, что гражданин занимается пропагандой терроризма. Полицейские обязаны отреагировать на сигнал, а иначе история может обернуться большой трагедией. Стражи порядка заводят уголовное дело и долгое время наблюдают за подозреваемым. Где бывает, с кем общается, чем интересуется. Ничего упускать нельзя. Данная разработка длилась около 4,5 месяца. И в ходе разработки мы выяснили его все круг связи, с кем он общается, куда он ходит. Выяснилось, что он посещает мечети города Атырау и пропагандирует нетрадиционную религию. Деструктивно-религиозные течения опасны тем, что в первую очередь, они отнимают у нас молодежь, отрывая их от нашего достояния, от наших традиций, национальных культур, от любви к родине. Вот и теперь под влияние последователя деструктивного течения попадали совсем юные ребята с еще не окрепшими убеждениями и взглядами. Из них, как из глины, можно лепить новых адептов. Пропагандировал свое наставление, свою идеологию, как бы искал среди них своих приверженцев и своих единомышленников. В начале, скажем, 2000-х годов была опасность, заезжали в нашу страну, так скажем, миссионеры деструктивных религиозных течений для проведения проповеди и так далее, чтобы пополнять свои ряды, то сейчас ведется совсем иная работа. Свыше 83% лиц молодежь уходит путем через интернет-сети, слушая проповеди лидеров так называемых деструктивных религиозных течений. В этом плане мы работу ведем уже третий год по выявлению. Чтобы заманить и затуманить разум, представители опасных общин прибегают к самым хитрым уловкам и детально продумывают коварные планы. Целый ряд вербовочных работ с их стороны представляют новоиспеченному, так скажем, религиозному практику, представляют ислам в прекрасном виде, в хорошем виде, в светлом виде. Человек, он влюбляется в эту религию, он влюбляется, с головой уходит. Далее идет уже второй этап вербовочной работы. Это что? Это отторжение от общества. Сравнивая фундаментальные каноны, раньше как было при пророке. Далее уже идет вербовка, отторжение от родных и близких, от семьи. Нередко в этой системе удается обнаружить и распутать целый клубок разных преступлений. Оказалось, и подозреваемый занимается не только пропагандой экстремистской идеологии. В деле замешаны наркотики. В
ходе негласных следственных действий нами выяснилось, что данный гражданин собирался закупиться синтетического наркотического вещества, и в этот момент мы задержали его. А вы задержаны по статье 297 по подозрению? То есть незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и аналогов по статье 297 части 1. Каждый карман и подворот на одежде мужчины исследуют. Вдруг удастся найти говорящую улику. Станет бой, что-нибудь имеется? Ничего не имеется, телефон только, салфеточки больше, ничего даже не имеется. При задержании он все пока что отрицал, так как он не понимал всю ситуацию, всю серьезность этой ситуации. В коем случае нельзя торопиться и нельзя делать ошибок в нашей работе, так как это может стоить жизни людей. Медицинская маска и телефон – это все, что было с собой у задержанного. Не густо. Полицейские отправляются на обыск квартиры. Что ждет их там? Менты, да. Проходите. Сразу у порога оперативники обнаруживают странный сверток. Нижние полки, да. Таблетки. Это, как вам сказать? Ага. Хлорка. Хлорка. Ну, понюхать можете. Кажется, и правда хлорка. Полицейские продолжают сантиметр за сантиметром исследовать квартиру задержанного. И ничего. Среди книг, одежды и мебели нет зацепок. Только листовка, которая могла и случайно оказаться в кармане осеннего пальто. Так себе доказательство. Но они еще не знают, что самая главная улика припрятана на балконе. Из-под пластиковой панели взята металлическая пушка, ковш, растворитель. Растворитель мой спирит. Емкостью 0,5 литров пластиковой панели. Колба, селитра, а также провода для приготовления взрывчатого вещества. А дальше кипы запрещенной литературы. Книги и тетради с конспектами, переписанными от руки. Это что? Тетрадь. Не, видишь? Он блин, как? Зеленого цвета. Надписи на арабском. Далее взято 4 листа А4 формата в виде брошюры. В другой комнате, как оказалось, тоже немало интересного. Сотни религиозных изданий и снова емкости для опытов. Чего один опять полный? Это просто не выкинул. Не видел, да? Все у него. В этот день за ним захлопнулась дверь следственного изолятора. Чуть позже вину задержанного полностью доказали в суде. За решеткой он проведет долгих 6 лет. Если бы данная информация не отработалась бы, могли бы быть серьезные последствия. Большая работа у нас сейчас с 2015 года ведется с департаментом полиции. По итогам 2020 года за 6 месяцев нами совместно были привлечены свыше 30 лиц деструктивно-религиозных течений. Бывают моменты, когда прямо заходишь домой при задержании, а там сидит группа лиц, ты не знаешь, что у них под рукой, на что они готовы и на что они пойдут, на что они способны. На такие риски иногда приходится идти. Бывает момент, когда голыми руками, без силы и средств спецназа задерживать преступника. И работа не в том, чтобы сделать внушительную статистику, говорят полицейские. Главное – защитить людей от смертельной опасности, чего бы им это ни стоило.